наука в 20 веке открыла явление внутренних волн в водоемах. Внутренние волны – это вид волновых движений в жидкости из-за разделения водной толщи водоема на слои различной плотности, внизу плотное, наверху менее плотное. Данный феномен был упомянут в Коране еще 1400 лет назад. В этой суре говорится о том, что глубину моря покрывает одна волна, а над ней другая. И потому, что в суре говорится, что над ними тучи, следует, что вторая волна поверхностная. Эта поверхностная волна и есть внутренняя волна. Вода разделяется, и менее плотная выходит вверх, а более плотные спускаются вниз. Как человек, живший 1400 лет назад, мог знать об этом? И почему он упомянул это? Откуда у него это знание? Был ли он ученым? Быть может, это было просто его предположением? Как неграмотный человек, который пас овец и жил среди таких же неграмотных людей, мог придумать подобную книгу? Как жители пустыни могли противостоять таким сильным империям, как римская или персидская? И почему за этим человеком по сей день следуют миллионы людей? Почему эта книга выучена наизусть миллионами людей? قل فأتوا بعشر سور